По большому секрету, я человек, лишенный длительных праздников, потому что, когда народ гуляет, у нас в театре самые спектакли всегда. Поэтому у нас, к сожалению, эти выходные отсутствуют. Но в этом году у меня будет счастье, и мы на эти майские праздники с удовольствием всей семьей уедем на Селигер. Я за праздники, а почему же это плохо, если у людей есть возможность отдохнуть, хорошо провести время с семьей? Я против длительных застолей и изливаний, может быть, каких-то. Но праздники – это хорошо, и возможность отдохнуть – прекрасно.